Династия наша началась с моего отца. Фамилия его Тетерник Леонид Александрович. Папа приехал с армии и устроился на белорусский автомобильный завод. На данный момент 7 сотрудников, это мои родственники, работают на БелАЗе. На предприятии работаю я, работает мой супруг Станислав, мой сын Дмитрий. Также работает муж моей родной сестры Петр Леонович. И его дочь Корхова Анастасия. На БелАЗе отработал как мой папа, так и моя мама. Вместе они отработали практически 55 лет. Если всех собрать вместе с родителями, это 9 человек. Общий трудовой стаж составляет 155 лет. О БелАЗе я слышу с самого детства. Еще когда-то в Советском Союзе ходили на демонстрации, и в тот момент папа, ну, возможность была такая, мы ходили с демонстрации прямо в его цех. И очень много, часто я слышала БелАЗ, БелАЗ, и мама много отработала. Поэтому мне захотелось прийти на этот завод. Это такой гигант, который практически на постсоветском пространстве, он у нас единственный. Поэтому, в общем-то, это гордость. И я горжусь тем, что я работаю здесь. Работу мы обсуждаем, даже особенно вот когда мы собираемся с родителями. Им всегда интересно, что происходит. Какой выпуск, сколько, на какой стадии. Очень интересно. Особенно папа. Папа проработал больше 30 лет в МСЦ-1, станочник. Вот, после уже перешел на деревообработку. А так всегда интересуются, особенно родители, как дела, что на работе. Очень здорово. Я думаю, это тоже послужило, что были эти разговоры постоянные о БелАЗе, о БелАЗе. Племянница тоже у меня переводчик, у нее тоже очень интересная работа. Она и тексты переводит, она и с делегациями работает. Сын тоже, ну, тоже все слышали, как бы, про БелАЗ, поэтому... Мы идем на БелАЗ. Я ведущий экономист управления материально-технического снабжения. Я закупаю металл для наших гигантов. И очень интересно этим заниматься, потому что ты общаешься с людьми, ты общаешься практически со всем миром. Мой стаж на предприятии составляет практически 21 год. Значит, одно время я несколько раз летала в командировку по заданию руководства в Удмуртию, в Ижевск. Очень увлекательно было. Мне устроили экскурсию по заводу. Я посмотрела, как льется металл, как это делается все. Я также вот в Ижевске музей Калашникова посетила. Тоже очень увлекательно. Запоминающиеся моменты. Вы знаете, снабжение – это специфическая работа. Если ты не будешь любить свою работу, ты не снабженец. Поэтому, конечно, люди разные бывают, но... В общем-то, коллектив у нас очень дружный. Непосредственно закупавший металл, я чувствую, что вот каждый круг, каждая деталь все-таки закуплена мной. Как бы это ни было, но я в нем участвую. Это здорово ощущать себя частью такого большого процесса в изготовлении нашего гиганта. И мне этим заниматься очень нравится. Я вижу в готовом изделии, в готовой большой машине, часть того, что закупаю я. Я люблю это предприятие, поэтому я хочу и буду здесь работать.